Сотни туристов, среди которых есть и россияне, не могут улететь из Дубая. Из-за проливных дождей затопило аэропорт. Пассажиры, которые вынуждены сидеть в зале ожидания, жалуются, что здание тоже заливает. По взлетно-посадочной полосе текут потоки воды, самолеты стоят в глубоких лужах. Рейсы задерживают и отменяют. Добраться до воздушной гавани тоже непросто, потому что на дорогах потоп. Местным жителям рекомендуют без надобности не выходить из дома и не выезжать на автомобилях. Мощный ливень продолжается вторые сутки. Для Аравийской пустыни это большая редкость.